Всем привет, друзья! С вами Паша, и я рад приветствовать вас на канале о виртуальной реальности. И, как обычно, погружение мы будем проводить с помощью очков от компании ESVR и смартфона Google Nexus 5, который уже находится в очках виртуальной реальности. И сегодня я бы хотел вам показать приложение, с которого бы следовало начать снимать ролики, потому что оно самое скачиваемое, самое основное, и с помощью него можно сделать очень многое. Потому что вот многие сейчас спрашивают, как смотреть видео на YouTube с помощью вот очков виртуальной реальности. Так все очень просто. Просто устанавливаете приложение Cardboard и смотрите видео через специальный плагин на YouTube. И ничего сложного. Давайте посмотрим, как это происходит. Я запустил приложение, вставил смартфон в очки виртуальной реальности и запускаю, нажимаю кнопочку, точнее, 360 видеоканал. И меня перекидывает на канал, на котором выкладывают видео 360 градусов с хэштег 360 видео. И здесь мы с вами видим много различных видео, которые были сняты с помощью камеры, которая снимает вокруг себя на 360 градусов. И мы можем выбрать любое, которое нам понравится, на наш взгляд, самое интересное, допустим, там Discovery Virtual Reality, то есть в различных точках Земли, в различных точках земного шара снятые видео о том, как погружаются люди под воду, либо какие-то интересные места, связанные с музыкой, с клипами и так далее. Видео с Майнкрафта. О господи, это ужастики. Нет, я ужастики не хочу. Итак, мы с вами запустим видео, которое было снято под водой, и там присутствовали акулы. Ну что ж, давайте посмотрим. Я думаю, что для начала следует немножко подождать, пока загрузится, пока, чтобы не тормозило, а также в чем, что еще нужно сделать, так это нажать на значок кардборда, чтобы у нас показывалось для очков виртуальной реальности. Ну что ж, поехали! О господи, прям в меня ударяет. Дыхнулась акула. Кстати, почему-то О, господи, вокруг акулы. Ну, знаете, мало приятного. Блин, какая-то женщина. Они прямо меня теряются. Они обмазали камеру кровью, что ли? Почему их так много и почему они все здесь плавают? Чуть ли не втеряются, блин, в меня. О, слушайте, по-моему... По-моему, очень круто. Вот она плывет. О, господи. О, какая-то жесть. Мне даже немного страшно стало. Ну, в общем, суть-то вы поняли, что приложение позволяет смотреть видео 360 градусов с помощью очков виртуальной реальности и погружаться в то видео, в которое вложил автор. Вот, там сейчас залито очень много видео, можно смотреть все, что угодно, и я думаю, что это вас впечатлит. Вот, также это приложение может просматривать и ваши видео, которые загружены на ваш смартфон в режиме виртуальной реальности. Но там уже вы не сможете передвигать как бы камеру, просто будет видео, которое вы сняли и можете смотреть его в виртуальной реальности. Это, конечно, немного не то. Также позволяет просматривать и фотографии, которые вы на свой смартфон сняли, тоже в режиме виртуальной реальности. Но вот основное, как я считаю, там еще есть дополнительные функции, которые, если хотите, вы можете установить себе это приложение и посмотреть. Мне наиболее важным показалось именно то, что можно просматривать видео с YouTube и делать это в режиме виртуальной реальности. Вот, я надеюсь, это видео будет для вас полезным. Оставляйте свои комментарии о виртуальной реальности, делитесь впечатлениями. И я думаю, что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем спасибо. Всем пока!